А где вона? Я думаю, як сам, 20 чоловік. За бачу крові я дізнався, коли прочитав на сторінках районної газети. Раніше кров здавав часто, перші рази, коли навчався в Полтавському педагогічному інституті. Потім щороку по два, по три рази доводилися. Останній час не дуже часто здавав. Особливо тільки тоді, коли критичні випадки траплялися, наприклад, коли в людей сильні були кровотечі, коли були сильні втрати крові. В минулому році, коли було оголошено про здачу крові учасникам АТО, приймав участь у цьому. В цьому році знову, коли дізнався про День донора, особливо зараз, коли дуже велика потреба в крові для наших поранених воїнів, учасників АТО, тому вирішив прийняти участь у цій акції. Вот сегодня сказали, что надо приехать сюда, сдать кровь. Не знаю, сколько там сдавать, чем АТО, чем за что, без понятий. Но одно скажу, единственное, что если надо АТО сдавать, мы сейчас сдадим. Было, когда два года назад у моего друга ребенок помирал. Не спасли, но кровь сдавали. Ну не спасли. Это уже чья ошибка врачей была, чья что, я не знаю. В общем, чья болезнь была такая, что не спасли его. Ну, факт, что хлопцы собрались и сдали кровь. А сейчас мы здесь присутствуем, как вот все люди здесь находятся, прекрасные. Вот. Одно могу сказать, что с одной стороны я благодарен им, что они приходят сюда, люди, что кровь сдавали. Особенно тем ребятам, которые сейчас воюют. Они воюют действительно, они то, что там находятся, сидят и покуривают, ничего не делая, или водку пьют. А именно те люди, которые действительно имеют статус, которых тоже, между прочим, обманывают, это тоже нехорошо. Ну, одно могу сказать еще дополнительно. Всем этим всем людям спасибо, что они присутствуют. И спасибо тем, кто приходит сейчас сюда. Я им благодарен. Я всегда сдаю, уже разів 10 уже сдавал и всегда поддерживаю эту инициативу, чтобы сдавать кровь. Тем более, я узнал, что солдатом, я работаю волонтером, то я считаю, это обов'язок каждого, кто сможет, то сдає. А я всегда не отказываюсь и всегда сдаю кровь. Вы будете кровь давать? Ну, вы знаете, что чай для донора должен быть как поцелуй. Сладкий, крепкий и горячий. Пожалуйста. Ильичка, будьте здоровы.